Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и сотрудники агрохолдинга «Поиск» провели совместное совещание. Участники встречи обсудили реализацию проекта импортозамещения иностранных сортов и гибридов овощных культур на основе государственно-частного партнерства. Подробности далее в сюжете. На сегодняшний день на территории России работает 75 иностранных селекционных компаний. Их профессиональные разработки позволяют отечественным овощеводам получать качественный урожай. Перед российскими специалистами стоит задача. К 2030 году 25% от общей площади посева овощных культур должна занимать отечественная селекция. Реализацию масштабного проекта обсудили за круглым столом. Это уникальный проект, который разрабатывался в течение нескольких лет. Уникальность его заключается в том, что в нем задействованы непосредственные производители овощной продукции, Республика Мариэл, ЗАО Куликова и фермер органического земледелия Водонюк Сергей Александрович. И задействовано 8 научно-исследовательских организаций. Агрохолдинг «Поиск» – главный инициатор и организатор этого проекта. Выполняет функции индустриального партнера. Сегодня он занимает ведущее место среди частных компаний как по селекции овощных культур, так и по их внедрению в отечественное овощеводство. Всего агрофирмой создано 815 сортов и гибридов. В этом году засеяно более 85 тысяч гектаров. Это более 50% площадей, занятых российскими селекционными разработками, или 10% от общей площади овощных культур. Перспектива, прежде всего, это создание конкурентоспособных сортов и гибридов овощных культур, которые бы могли завладеть долей присутствия на отечественном рынке и вытеснить иностранные гибриды и сорта. И таким образом мы бы с вами решили проблему импортозамещения. В последние годы агрохолдинг «Поиск» тесно сотрудничает с Центром овощеводства. Главная цель, чтобы совместно созданной продукцией пользовались отечественные производители, достигнута. Мы стали пользоваться семенами отечественной селекции, семенами овощей. Сотрудничество с фирмой «Поиск» у нас уже идет 7-й год. Естественно, хотелось бы, чтобы отечественные сорта и гибриды они максимально присутствовали на полках торговых сетей. Результаты своей работы представители сельскохозяйственной организации показали наглядно. Участники совещания выехали на поля агрофирмы Куликова. Там они посетили испытательный участок и осмотрели сорта и гибриды овощей, созданные агрохолдингом «Поиск». У меня в руках гибрид капусты белокочанной «Поиск 2018». Это гибрид среднепозднего срока созревания, очень увесистый, урожайный. Урожайность составляет с гектара приблизительно около 120-130 тонн. Может храниться до января месяца. На то, чтобы осуществить масштабные планы по импортозамещению сортов и гибридов овощных культур, у российских специалистов есть 10 лет. Участники проекта установили этапы его реализации, а также распределили обязанности каждого, кто задействован над этой большой работой. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.